против. Для того, чтобы обсуждать этот вопрос, необходим проект этого завода. Необходима экспертиза государственная этого завода. Это необходимо для обсуждения. Это раз. Второе. И только после этого, когда будет проект, и когда будет экспертиза, будет общественное слушание и будет принято решение о установке этого дальше разрешения. Третье. Почему? По земле сдавали полигон, вот я считаю, за 63, продали за 28 воровство. Хорошо, давайте спросим, как раз заключал договор, если не ошибаюсь, на 63 миллиона в год товарищу Илларионову, да, вы заключали. Только он почему-то не говорил, что буквально через месяц постановление губернатора Виноградова вышло, и эта земля, которая была при заключении договора 3 миллиарда 600 миллионов, почему-то стала стоить 254 миллиона. И аренда, на тот момент стала стоить в год 5 миллионов. И с 2011 года по 2015 муниципальное образование Киржанский район не получило денег, тех, которые были заявлены. И только с приходом губернатора Орловой кадастровая стоимость, этой земли возросла до 4,5 миллиардов. Теперь дальше. Те, кто будирует этот вопрос, давайте посмотрим. Даже у нас юрист Гусева, разве его ни разу не обращать? И кто-то здесь присутствующий не делал на свою кадастровую оценку земельного участка рыночную оценку. И все согласились с этой оценкой. И также инвестор пришел и доказал, что эта земля стоит 1,1 миллиарда. Суды, которые прошли, администрации, которые были не согласны, к сожалению, не были приняты. Земля осталась в той же цене, 1,1 миллиарда. По этой земле была выкуплена официально согласно закону. Если меня сможете продать, продайте. Да, только на себя посмотрите. Потому что что сейчас я вижу? Это вижу гигантскую провокацию. Потому что вас просто-напросто, прежде всего, обманули, ввели в заблуждение. И сейчас вас используют. Долой! Теперь дальше. Вопрос по мусору, как был, так и остается проблемным. Да, у нас есть полигон, который был сделан по проекту в 80-м году, который сейчас заполнен и в этом году, и в последний год существования. И вопрос по мусору нам надо вместе с вами всеми решать. Вот вы кричите, вы откуда? Вы где проживаете? С Киржача. Вы куда мусор выносите? Куда? Куда вы мусор выносите? Мусорный контейнер, куда он везется? Полигон Храбки. Сейчас мусор уже некуда будет вывозить. И вопрос этот надо будет решать. Каким искусством? Третий момент, который надо поговорить. Еще. И теперь, еще раз хочу сказать всем, что я и говорил при первой встрече с инициативной группой, которая приходила, и дальше говорю, я всегда открыт для общения. Почему-то вы собираетесь именно под лозунгами там КПРФ, там пытаетесь ввести заблуждение всех жителей Киржанского района. Но скажите мне, дорогие мои, вот у нас 186 ДПК СНТ. 186. Из них порядка 120 только заключили договор на вывоз мусора по звонку. Куда у нас весь мусор? Мы говорим сейчас о экологии. А вы посмотрите вокруг тех дач, где этот весь мусор? В лесах где он? И кто его выкидывает? Скажите. Я думаю, что мне еще предоставят возможность высказаться и ответить на вопросы. Потому что, еще раз говорю, никто ни от кого не прячется. И никто ни от кого не бежит. И обратите внимание, зная вот эту ситуацию, администрация согласовал этот митинг, и никакие препятствия вам не чинили. Почему подписано уже постановление о переводе земли? 12-12, особо опасно. Перевод. О переводе земли заявление.